В день освобождения города Бреста служители Фемиды, нотариусы, проводят бесплатные консультации брещан уже не первый раз. Вопросы, волнующие горожан, разнообразны. Приходят узнать, как оформить документы, касающиеся наследственных прав, отчуждения недвижимости или составить завещание. Брещанка Татьяна Малицкая узнала об акции благодаря средствам массовой информации и решила воспользоваться такой возможностью. Решился вопрос у нас, решается в данный момент с недвижимостью. Квартира находится в разных долях у разных людей, хотим оформить ее подарственной на одного человека. Было много вопросов, потому что еще не выплачен кредит полностью на эту недвижимость, и не знали, как правильно, исчерпывающие ответы получила на все вопросы. Очень большое спасибо за такие акции, все супер. Таких, как Татьяна Малицкая, сегодня в нотариальной конторе Ленинского района города Бреста много. Правда, отмечают специалисты, вопросы, с которыми обращаются граждане, стали серьезнее, а среди актуальных остался один. На сегодняшний день правовая культура людей повышена. Наверное, это связано с тем, что благодаря нашим бесплатным консультациям люди уже знают, что этот вопрос может рассмотреть и помочь именно нотариус. В нотариальной конторе Ленинского района более сложное нотариальное действие лидирует, это оформление наследства. На сегодняшний день людей это беспокоит, поскольку каждый думает, как защитить своих детей, внуков, а у кого-то вообще никого нет, и приходится писать завещание на человека, который на самом деле ухаживает. То есть, поэтому обращается к нотариусу за помощью, чтобы нотариус помог, рассказал, как правильно оформить тот или иной документ, в том числе и завещание, которое вступает в силу после смерти. При этом специалисты нотариальной конторы помогают разобраться людям с оформлением документов, объясняют, к кому нужно обратиться и что делать дальше. Каждому человеку стараются найти индивидуальный подход и максимально помочь в сложившейся ситуации. Принимают участие в бесплатном консультировании. Можно сказать, что все сотрудники нотариальной конторы, это и заведующие, и нотариусы, и дежурные нотариусы, нотариусы, которые непосредственно принимают по записи. Это и консультанты, которые непосредственно являются помощниками на сегодняшний день нотариуса. То есть мы консультируем граждан непосредственно практически всем коллективом. Если у вас есть вопросы, связанные с куплей-продажей, оформлением наследства или дарственной, бесплатное консультирование нотариусов – отличная возможность их решить. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.